В Салаватской епархии при Покровском инатском монастыре села Дедово прошел первый епархиальный слет казачьих кадетов. Организаторами мероприятия по благословению правящего архиерея епископа Николая выступил 4-й Уфимско-Табынский отдел Оренбургского казачьего войска Союза казаков России. На площади перед монастырскими воротами состоялось построение прибывших кадетов. В их числе были ребята не только из приходов Салаватской епархии, но и из-за ее пределов. Из Стерлитамака и даже Магнитогорска. Кадеты были разделены на 3 отделения по 9 человек. Каждая группа, недолго посовещавшись, выбрала себе командира. Командирами отделения, как и ожидалось, стали ребята постарше. Ознакомившись с режимом, кадеты прошли инструктаж по технике безопасности и нормам поведения. После этого их ожидало погружение в насыщенную, интересную мероприятиями «Жизнь» под руководством опытных казаков. Я решил поехать вместе с папой, потому что у меня папа ходит на казачьи сборы. Думаю, станет тоже интересно. Хотел бы поучаствовать тоже в этом. С утра у нас подъем, мы встаем, идем на утреннюю молитву. Потом делаем зарядку. Бежим километр, делаем упражнения, и потом делаем водные процедуры. После завтрака идут занятия. Будущим казакам, скажем так, очень нравятся все мероприятия. Дети очень довольны, очень много впечатлений. Также и по вечерам бывает игра в футбол, волейбол, костер. И молитва, которая здесь происходит, воцерковление наших казачат, будущих казаков. В воскресной школе мы с ними занимаемся УФП, играем. Ну, немножко им это, они вырастают из этого. Вот. А здесь уже серьезно, здесь вот именно с казаками, здесь инструктора очень опытные, с многолетним стажем. Есть даже инструктора, которые воевали, имеют опыт боевых действий. То есть, и, соответственно, этот опыт передают молодому поколению. У нас ребята есть предпризывного возраста до 17 лет. То есть, им вот буквально они уже одной ногой в армии. Соответственно, подготовка, которую здесь они получают, им очень будет нужна и пойдет им в помощь. Дети с большим интересом, значит, познают строевые занятия. Вот у них есть и, значит, по канатам лазят. Ну, много, значит, полосу препятствий берут, чтобы, значит, соревнуются. Живут по распорядку, по военному, так. И вот я вам говорю, что с большим энтузиазмом они находятся здесь. Под руководством знающих свое дело людей ребята добьются успеха как в плане физической подготовки, так и в деле освоения полезных для жизни навыков.